Говорили, что 501-й был лучшим проявлением войны, как и худшим тоже. Нафилуки и сепаратисты прорыли свои металлические шахты в грязи инопланетные дыры и осмелились напрямую бросить вызов республике. Мы атаковали, но лишь чтобы месяц за месяцем нас пожирали визжащие ночные хищники и прочее, что страшит меня и по сей день. Отрезанные от всех и позабытые нашим командованием, мы свято верили лишь нашему командиру, джедаю Аеле Секури. Без ее железной выдержки никто из нас бы не смог сохранить ни рассудок, ни жизни в этой переделке. Но вместо нас, она сама ушла из жизни. Но думаю, без боли. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами снова Эпик Нюангай, и мы продолжаем проходить Star Wars Battlefront 2. И что ж, у нас нет, ну, нашего любимого пацанчика, клон-командера, поэтому будем отбиваться, чем есть, как говорится. Мы идем к поврежденному ИТ-ИТ, у которого не очень хорошие существа. Я бы даже сказал, уникальные. Аклеи. Я не уверен, ну как, может это так, может нет. Ой, дырочка. Так, можно вот... Нет, я просто хотел включить вид от лица. Третьего. Разнообразить немного игру. Добиваем. Я думаю, все эти, кто смотрели третий эпизод, знают, что это за существа. Вы их видели. Воу. Не слишком привычно играть от третьего лица. Но прикольно. Оп. Эти твари, походу, делают ваншот, я не уверен. Но лучше это не проверять так. В него попала ракета, он выжил. Вот мразь. Ладно, осталось сколько? Еще три. Судя по мини-карте. А патроны тем временем на исходе. Хопа. Нет, братишка. А, он все равно за нами. Не трожь меня, мразь тупая. Еще два осталось. Где вы здесь попо... Ой, дроиды сломаны. Нет, не умирайте. Куда граната улетела? У нас не осталось патрон. Теперь надо защитить. Так, ну... Командор еще не ступит, блин. Я бы не отказался починить нам припасики. И хилки. Сейчас быстренько подхилимся. Говорю, что мы все еще на элитке. Все, что ты творишь, Ирод! Кстати, вот с дробашиста удобнее играть вот именно от этого вида лица. Пожалуй, мы это и сделаем. Если меня, конечно, не убьют. О! Что? Это тварь с пистолета, ребят, просто... Ребята, у нас есть мощный чувак. А, я точку не выбрал. Мы дольше бежим? Интересно. Кстати, гляньте. Текстура справа от нас, от пушки чуть-чуть застряла. Такая небольшая недоработка, но вообще у меня такое чувство, что эту игру делали просто наспех. Вот честно. Так, нет, уж тут лучше быть в режиме другого вида. Как долго защищать? А, время, таймер, точно. Нет, гранаты летают повсюду! Я же сказал, они летают. Так. 22, братишки, это очень мало. Это очень плохое место, чтобы Граната! Да что ж такое? Вы издеваетесь надо мной, ребят? Вот когда этот красавец начнет функционировать? Так, тихо. Какая же долгая раскрутка. Или это мы тогда с бафом и были?
А, теперь нам нужен энергоблок. То есть не спешите думать сесть за ATT. Нам нужно достать одну классную вещицу. Не забываем про блок. Минус два дроида. Блок. Еще минус один. Отходим, отходим. Братишкам надо помочь. Но когда они лезут сюда, это очень... Так, тихо, снайпер. Мы помним, что снайпер это дрянь. Та еще. Хоп. Теперь ATT работает. Пусть им пока кто-то другой поуправляет, потому что у нас все-таки пока есть джедай. А джедай это вещь. Тихо, гранаты. Ах ты! Мразь, с одного раза. Так, ну ладно, у нас тогда свои братишки. Так, нам нужно на ATT. У нас 32 point unit, а это не так-то уж и много. Так, мразь. Ты вот реально думаешь... Кто у нас вообще есть? Чувак на башне. Всего-то. Там дроиды бегают. Какие-то. Ну и что? О, это уже нехорошо. А это тем более. Так, надо это вот... шотнуть. Ну, в чем-то застряли, что ли? Я не понимаю. Под нами враги. Так, там где-то турель, но мы ее вроде достали. Так. Бронетанковая улитка. Тихо, не надо. Сейчас добьем турель. Ага. Здесь тоже все готовы. И там еще достреляем. А, блин, короткая миссия получилась. Однако. Помню, когда первый раз в нее играл, даже на изи, вот именно самый ступор был в начале на этих. После того, как 501 все же был отозван с Филуки, Аяла Секура встретилась с каждым из нас и сказала, что мы самые храбрые солдаты, которых она знала. Как хорошо, что каждый из нас был в шлеме, иначе никто бы не осмелился посмотреть ей в глаза. Когда вторжение сепаратистов на Кашике застало республику врасплох, подразделение 501-го было выслано в попытке пережать эту рану до прибытия основных подкреплений. Это была самоубийственная миссия, и мы об этом знали. По мере того, как мы боролись на подходе к Кашику, многие из нас думали, что покинут планету только в погребальном саване. И никак не иначе. Ну что ж, ребята, мы продолжаем. Это вроде бы вот... такая мощная миссия. Уничтожьте фрегаты дроидов. Но для этого используем бомбардировщик. И это у нас вот этот корабль. Остальные нет. К несчастью, он одноместный. Но у нас есть дроид. При взлете его почему-то все время тянет вниз. Так что будьте осмотрительней. Так вот эти твари. Так, главное не попадаться под врагов. Вот эта миссия вроде поприкольнее, если мне память не изменяет. Я точно вам не скажу, но поприкольнее. Как видите, нам уже тут не так просто дадут уничтожить этих тварей. Уже... да, это бомбардировщик, у него больше торпед. Но, как видите, мы не уничтожаем эту тварь. Так быстро! Я просто привык немножко по-читерски поступать в плане уничтожения этих мразей. Так, мы же на элитке играем, да? Да, элита, вот, смотрите, горит. Просто я думаю, где враги, чё они нападают? Турель это вон, вон одна турель. А чё с ней происходит? Турель.
Ну, короче, выбивать ее бесполезно. Так что люблю вот корабли сепаратистов. Фрегаты именно. Их можно бомбить так довольно аккуратненько. Не то, что там уже эсминцы повстанцев или имперские. Не, ну, имперские они как бы такие тоже плоские. По ним попасть несложно. Воу, это что было? Как будто турель меня распилила. У нас же тут поинт, и я забыл. Ладно, думаю, истребители республики все захотят увидеть. Представлен у нас почему-то истребитель Анакина. Кстати, у него самонаводящийся автотурель. Где эта автотурель, чертова, я ее сейчас убью. Теряем очки. Ой. Кто туда сел, что-то починиться не может? Так, а вот этот ты мне отдашь. Вот смотрите, я взлетаю. А, не, не капотирую. Эта тварь движется еще. Хочется, что это наша турель нас убила. Тихо. Продамажили. Да бомбись ты уже! Готов. Какой толстый оказался. Башню наши. О, башенки уничтожить. Так, давайте-ка аккуратненько, нет. Как видите, тут все вражеские турели. Вон. Их приставлено как много. Еще. Воу-воу-воу-воу. Это как я в ангар попал? Я не хотел. Ну, вы, короче, увидели, что еще каждой большой турельки там представлено по маленькой. Поверьте, эти турельки реально хороши. То есть свое дело они вот прям делают. Посади корабль лад в ангаре неприятеля. Высадка войск. То есть мы устроим сейчас у них в ангаре такую, собственно, контрольную точку. Тихо, ракета, 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 ракета! Отлично. Так, пацанчики садятся. Так, и нам надо сменить наш класс. Нет, ребят, подождите. Поверьте, вот этот транспорт довольно толстый, поэтому, в принципе, под прикрытием или играя тупо с NPC... Ну, ребят. Будет кто-нибудь здесь сидеть? Серьезно, ребят? Ребят. Ладно. Они там, в принципе, заспавнятся, но турельки прикрыли бы. О. Вот это я шотнул его. Просто посмотрите, мы летим, и нам как бы вообще пофиг. Даже постреляем чуть-чуть. Главное не врезаться. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Да, типа, это небезопасное место. Ну, ясно, понятно. А то, что по нам тут ракетами палят, вообще никого не волнует. Ну, сейчас быстренько облечу. Ох, да, вот такие корабли, они неповоротливые, ребят. Вон движки. Они, убиваемы. Так, и быстренько взлетаем. Еще помню... Make your way to their critical systems and destroy their fuel and life support systems. Братишек, походу, я сегодня не дождусь. Прям что-то печально. А, не дождусь, почему? Вон первый пошел. Сейчас сперва надо избавиться от турелей. А, у нас же есть гранаты. На! Ох! Блин, вторую не успел кинуть, жалко. Я же там должен был заспавниться. Вот гадство. Нет, стой, отдай мой ERC. Почему я там не заспавнился? Там, конечно, нет точки, как бы она не указана, но она там должна быть. Ребят, вы видите, как этот корабль быстро летает? Вот же наш корабль, почему нельзя? Ладно, поступим как
Джедай Энакин Скайуокер. Так, у нас там братишка уже один есть. Ах ты тварь. Вы все твари. Так, система жизнеобеспечения. Вот тут оборонка вообще. Это я себя взорвал, но... Тихо. Ну, что-то, конечно, прям... А, вот. Отлично. 21 поинт. Нет, оно еще взорвется, почему-то. Почему-то он бахнул. Не знаю, с чем это связано, но... Неприятно! Да как так происходит? Да что ж вы тут крысите-то? Трехлинейная оборонка. У меня для вас подарок. Мне кажется, с этим мы подольше идем. Самые бесящие их бесконечны здесь. Так, подарок. Пищу. Да что творится-то? Я же нормально попал. Уйди от меня. Уйдите от меня все. Господи, сколько я киллов сделал, они вообще дерзят по полной. 12 спавных юнитов, ребят. Не знаю, может двигатели пойти попробовать выбить. Первым делом. У нас тут уже пацанов десант уже просто воюет. Вовсю. Так что ты умри. Ох. Ох. Да ну почему? Там же мои были. Вот чё? А где они? Почему они умирают? Вот, вот толпа из трех. Так, отстань от нашего корабля, пожалуйста. И иди лесом. Пришел в корабль, называется. Вот, ребят, вот как бы вы видите, в чем проявляется элитка. Да что ж такое, сдохни, мразь. Неужели хотя бы до одного блока дойдем? А вот и обещанная турель, когда я говорил о ней в предыдущих сериях. Идите. Зато у этих систем хоть хп помечено, вроде бы. Минус одна. Если нам за выполнение этой части не дадут ничего, то мы все помрем. Не-не-не. Откуда? Нет, перезарядка, нет, уйдите от меня, уйдите, нет. Ты. Что, засали, убежали, да? Иди сюда, мразь. Мы без хилы. Хилка, патроны, быстро. Нет, она заспавнилась, какого черта? Не вовремя как? Дверь закрыта в генератор щита. Нет, негде спрятаться. Опять вы. Уйди. Уйдите отсюда, я сказал. Нет, я тебя видел тоже. Да что ж такое-то? Что ты? Откуда вы здесь? Ай, нет, гранату кинул! А! Да, четко. У меня мало хп, отстаньте вы от меня уже. Я видел тебя, мразь. Вернее, слышал. Вот это вообще жесть. Протонуло. Откуда вы тут беретесь? До одной системы дошли, до второй нет.
И что делать? Блин, вот нельзя сюда залезть, это меня вот бесит прям. И как мне туда пройти? Что? Чувак! Какого хрена ты там делаешь? Ты за нас или за них? Ребят, вы это видели? Ай-яй-яй-яй! Уже пофиг на патроны. Важно выжить. Убили чувака. Мы остались одни, совсем одни. Так, отошел. Отошли от меня. Вас там. Ушли! Идиотский спавн! Тут есть меддроид! Отошел от меня! Меддроид, тут много врагов! Тихо! Уйди! Вот уйди отсюда! Уйди! Уйди! Блин, перезарядка! Нет, дроида Метика не убивайте, он же ваш! Он ваш! Я получил элитное ружье. Ненавижу его. Тихо. Добить. Есть. А нет, есть. Я не позволю умереть. Нет, отстаньте. Нет. Дури. Нет. Я уйду с этого корабля живым. Нет. Там что-то надо взять, черт. Я собирался еще уйти. На! Прорываемся! О! Ух! Нет! Направо! Ух! Меня что-то хилит? Нет! Это дроид за стену меня хилит точно, это баг. Такой полезный очень. Привет. Пока. Лол. Так, погнали на наш транспорт. Братишки, кто хочет, садитесь. Кто не хочет, не садитесь. Нам надо уходить. По нам уже там стреляют. Воу! Вылетели. Нет, включаем форсаж. У нас уже там командный мостик разбит, походу. Ну и щиты, соответственно. Фух, вот это мясо. Вот. Тихо. Давайте сядем. Фух. Ребята, я герой, я вернулся. Главное, не умирайте до последнего. Ух, жесть, просто жесть. Куда это нести-то надо? А вот. Well done, man. Now let's get down there and liberate Kashyyyk. Все, да? Фух, отлично, просто затащили. После того, как 501-й наконец-то прорвал блокаду над Кашиком, я еще долго наблюдал за яростным сражением, которое продолжалось в ее небе. И был изумлен тем, что столь многие погибли из-за железного хлама. Затем я последовал приказам и сел на самой планете. Когда мы прибыли на Кашик, наши наихудшие опасения оправдались. Дроиды были лучше вооружены, обошли нас тактически и численно в соотношении 5 к 1.
Но мы не учли лишь один фактор. Им стали вуки. Конечно, мы все слышали истории о них, но никогда не сражались бок о бок. Я никогда не видел, как они разрывали дроидов голыми руками. Они были великолепны. Несмотря на это, задание было провальным. Но только до того момента, как прибыл магистр Йода. И он стал сражаться. И выиграл сражение. Так, ребята, мы продолжаем. И на этот раз у нас Кашиик. Ну, блин. Опять держать точки. Что держать? Держать-то что надо? Блин, тут снайпер. А, не, на кой черт снайпер, если у нас есть EFTX? Хотя... А, вот где держать. Ой. Минус один. Ох ты! Воу! Так, сперва техники. Нет, от пехоты. Нет, от всего. Перегрев слишком большой, чтобы заниматься противником. Вражеский транспорт проходит сюда. Зря я не взял хилера. Так. Вон какая гора врагов просто. Они еще и слева могут пойти, но это еще не так все пагубно. Я уже вижу, что они вплотную уходят, ребят. Вуки. Не на... Ох, как же шатает эту машинку. Кто у них там такой ракетик четкий? Там нет такого в... Она что, самонаводящаяся, что ли? У меня такое чувство, что... Да. Сейчас я им... Тут берег обстреляют, а? Вот так. А, не попадаю почти никуда, на самом деле. Да... Слева, слева, нет? Черт, они слева уже. Отлично. Воу, ракета опять. Блин, вот если бы братишка сидел за лазером. Ну, я имею в виду настоящий игрок. Воу. Так, ребят. В смысле взлом? Давим дрянь. Так, давай. Танкуем, танкуем. Минус. Оу, сейчас нас убьют. Я лучше вылезу нахрен. Ой, чувак, ты бомбанул, походу. Так, у нас остался братишка за этой штуковиной, но у меня подозрение, что она недолго проживет. Так. Проехали. Стой, гад. Нет. Остановите. Эта мразь убьет. А, с полкарты стрелять. Нечестно так-то. Нечестно. Так. Давайте-ка мы побудем за снайпера. Ага. Кто у нас там на другом... Короче, подходящие силы будем отбивать. Они уже не дохнут с первого раза, серьезно? Они же дохли. Так-так. Термодетонатор, хоп. Перекинул. О, продержались. Отступить? Нам надо отступить? Ладно, вижу, все, отступаем. Кинем турельку, которая будет стрелять по врагам. Вот по этим всяким мразям. И по тем. Воу-воу-воу, все, я понял, отступить. Все, они уничтожили здесь все. Так. У нас там хилки. Понятно, что надо все уничтожать. Я бы даже сказал, тут пригодился бы ракетчик. Вон, НПЗ. Ну, в принципе... Бля, упал чуть-чуть. Ребят, поворот. Опс. Я не это хотел сделать, я думал, она закроется. В итоге открыл только все. Вот так сделаю. Сам все запорол вообще. Вот. Они уже все уничтожили, короче.
На это не рассчитывалось. Воу, ребят, вам туда нельзя. А что у меня есть? Как я в этой фигне должен стрелять? Не, в принципе, у меня есть подозрение. Да что ж такое? Пам. НПЗ еще более-менее живой. Ну, чтобы они сюда наверх не пришли. Братцы мои, защищайте нас! НПЗ, ну ребят! Просто от дроидов защитите их! Я с техникой справляюсь. Тихо. О, ваншотнул. Дроид-припасчик, ты мне нужен срочно. Там же внизу есть танк. Почему им никто не пользуется? Как так? Только, ребят, знаете, пользуясь танком против NPC, они очень любят кидать гранаты. Прям вот очень вас. О, какое-то мясо. Там просто жуть. Пожалуй, я даже вот останусь один и постреляю вот за этим. Тут такой мощный лазер, прям я его обожаю. На повстанских танках там просто дребедень одна. А ты просто бомбанешь у меня. Отбиваемся так. Блин, я не за этого солдата. Мне бы починить танчик. Может, он у нас последний даже, я хз. Так, тихо. Не убивается Магнастраж. Представляете, как будто... Не то, что невидим, а этот. Так, вот эту вещь уже надо мочить вручную ракетами. А видите, к нам термодетонаторы прилипают. Я хочу поменять. Класс. Ой, своих убиваю. Вон там прет куча. Так, тихо. Самое обидное, что никто не чинит. Не то, что в некоторых играх. Блин, я своих убиваю. Вот это, кстати, зря делаю. Потому что наших реально мало осталось. А, у нас чувак наверху сел. Так он бестолковый, конечно. Все штабы, смотри. О, магистр Йода. Ну все, ребята, тащим. У нас есть Йода. Если я им еще научусь играть, он такой маленький, бешеный вообще. Я Йода. Я Йода, и ты ничего мне не сделаешь, мразь! Магнастража ваншотнем! Тебя... О, паукоходы уже там. Предлагаю начать захват от... наиболее дальних штабов! Почему? О, у Йоды есть это... тягач. Чё, слабо, лошара? А? Йода еще присесть может. Как он так присесть может еще? А, сосай, паукоход. Опс, нет. Мрази! Уйдите от меня, нет! Я же Йода! Так, один захватили? Ты чё там, свои писюльку управлял, мразь? Магнастражи такие смешные, когда стоят и управляют своим разведроном.
Ой, я магистр Йода хочу! Взял! Отошел! Я надеюсь, они точки не перехватят. У наших 20. Тихо. Тихо, откуда это? Стреляет? Не знаю, но идем. Пжау! Э-э-э! Ты еще не умер, а вот теперь ты умер. Вон ты, тварь, а ну стой! Магистр Йода купается. Бежим дальше. Ближе к центру. Жау! Вот магистр Йода такой маленький. Няшный. Меня удивляет, что он... Вообще... Тихо-тихо! Опять своей дряни управляешь. Тихо, там снайпер где-то. Давай-давай, попади в меня. Ну, слабо? Сюда, да, встать? Еще левей. Ой, фу, уничтожество. Ну, нам осталось захватить то, что вообще прям вот близко. Главное, чтобы снайпер не шотнул со спины. Ох, Вуки, красавец просто. Опа, я эту штуковину сломал, походу, тягачом. Дробь мы вот прям на ура отбиваем. Вот там бластеры бывают попадают, бывают нет. Там танчик. Наш краш. Иди сюда, мразь. Я! Блин, не добили, не успели. Но было бы эпично. Со своевременным прибытием магистра Йоды, 501-е смогли удержать линию наступления сепаратистов на Кашике. Мы все стали героями. Позже мы вернемся, но уже завоевателями. Своим нутром мы знали, что война почти окончена. Галактика затаила дыхание, ожидая развязки и победоносного шага одной из сторон. Удача улыбнулась республике, и она сделала первый шаг. После того, как канцлер сообщил консулат джедаев о генерале Гривусе и о том, что сепаратисты прячутся на Утапао, генерал Кеноби собрал армию достаточно большую для захвата 3 звездных систем. Когда приказы дошли до 501-го, наша мораль возросла. К лучшему или к худшему, но это сражение стало началом конца. Ну что ж, ребят, начинаем играть от твоей позиции, от твоей позиции, не от вашей. Тихо. Берегись, ребят, тут упасть просто на ура. А самое ужасное, тут еще дроидов много. А самое прикольное, нам рано или поздно выйдут здесь транспорт. Так, ну лучше сразу захватить точку. Иди наверх. Да-да-да-да, сейчас захвачу, ребят, подождите. Вообще это сложно назвать наблюдательным пунктом. Фекальное место по мне. То... Я, конечно, понимаю, что это реалистично. Ладно, я просто туда залезу и буду сидеть и не высовываться. Спам гранат, который никого не убил. Не знаю, я побежал к чему-то по самой дальней стороне. О, мои хилки, походу, выпали. У нас пацаны умирают. Чуть-чуть не померли, ребят, представляете? Спуститесь с магистрали и захватите местный штаб. Так, это действительно опасно. Зато нам вот что выдали. Точно. Вот дай, чувак, дай, это мне надо. Ничего личного, чувак. О,
гранатами спам. А, все, понял, остерегаюсь. Наши термозаряды еще не скоро перезарядятся, поэтому просто рашим. Ой, он стал трофейным, лол. Как в кохе экипаж выбили. Так, куда, куда, вниз? Не-не-не, здесь. Пыу, пыу. Ладно, его убили. Туда. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой. Отдайте точку и не убью. Это очень умно с твоей стороны, мразь. Что еще не умно? За вас много. А? Поддержка. Чувак, живи, нет, как бы тебе помочь? Мы можем поиграть за Кеноби. Пойдите в ангар и без дроидов, так что уберись. Так, и где я заспавнился? Ну, отлично просто. Я заспавнился в самом начале. Что у нас у Кеноби? Толчок и удар. Кажется, это не наши. Тихо, граната! Еще граната! Блок, 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 блок! Тихо, нет! Нет! Нет, 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 ребята, нет! Нет, прикройте меня! Спамитев, спамитев, надо спамитев! Слишком много дроидов. Блок. Блок. Нет, надо захватывать точку. На. Нет. Нет. Кто? Блин, вот это там гранат. Ё-моё, ребят, вы видели? Там просто жуткий спам гранат. Двадцать шесть очков. Ребят, я не знаю, что это, да. Вы просто, их там куча. И убьет какая-то мразь из самого далекого места. О, пацан, пацан, ты мне вот это должен отдать, я эффективнее с этим справлюсь, уж поверь мне. Вот уже, видишь, своего убью, что ли. Чё там наши летают? Я не пойму вот. Бля, все равно придется вылезать. Сейчас. К черту, лучше сейчас вылезу. Да ёб твою мать, что это было? Вы серьезно, ребят? 8 поинтов, мы еще просрём. Вы дали предел дроидам 1000, но не бесконечность. Ну, Магда страшно было. В принципе. Так. Типа, мы их убили? Всех? Ой. Генерал Гривис внутри ангара 10. Займусь. А вот это уже плохо, ребят. Это, походу, я нашего убил. Не-не-не-не, нет! Я хотел это себе забрать! Я знал, что эти твари наверху. Не знаю, почему я играю за этого чувака. Да тихо, своих хватит убивать. Чё, наши его убили? Ох, красавцы, ребят. Откуда у вас мозгов хватило спрятаться в таких местах? На лестнике, я имею в виду. Не отдобить! Раскрутка пушки просто божественная. Нет, всё. Беру тот, за кого умею играть. А уже не беру. Нет, граната! Опять наших слишком мало.
Вот хули вы тут встали, блок? Ой, граната. Что это такое? Они не пушки. Вы видели, сколько там гранат, мать его? Одна. Со второй уже не все так просто. Перезарядка. Бум. И вам еще. Саппорт. Энергоблок забыл от твоей танки позади ангара, хотя можно быть здесь без них. Нет, стоп, вы что, меня убить и решили? Не надо вылезать, это я опять интер нажал просто. Танки, танки, танки. А где я танки-то возьму? Типа они вон там, сзади где-то. Вижу, вижу, вижу. Вот танчик реально сейчас был бы, кстати. Снайпер есть. Шифтуем. Трам-там-та-дам, там наши. Ну, помочь надо, хоть попади. Лазер. Десант. Отлично, вот как мы четко разобрались. Чё? Ой, извиняюсь. Я думал, это наш. Этот энергоблок лучом. Не очень. Лучше ракетами. Минус. Тихо, ребят, нет, отойдите, есть. Добили. Фу, мясная миссия. Вот все, чем дальше, тем тяжелее, прям чувствуется. С гибелью генерала Гривуса от руки генерала Кеноби, рейд на Утапао переломил хребет силам сепаратистов. При обычных обстоятельствах эта победа стала бы причиной празднества, но последующие приказы были далеки от этого. Сохранимся. И дальше будет миссия «Блестящие падения рыцаря». Но это уже будет в следующей части. А сейчас хочу поблагодарить всех, кто смотрел. Всем спасибо. Ставьте лайки на канал или дизлайки, если вам не понравилось. Комментируйте и обосновывайте свое мнение. И еще раз всем спасибо. До новых встреч. Всем пока.